Как вы уже знаете, живу я на севере России, Республика Коми. Ну и хочу показать, каким образом угадываю я по срокам. Все очень просто. У меня есть вот такой дневник наблюдений. Веду я его с 21 года. И здесь есть наблюдения за 3 года. То есть уже достаточно такой сложившийся опыт у меня есть. Представление, что в какие сроки можно посеять. В этом дневнике я пишу дату, название растения, сорта, во что было посеяно, посажено и итог, какой был результат. И анализируя все эти 3 года, 22 год, 23, я уже могу иметь представление, что и в какие сроки точно на нашей территории надо сеять. Ну и какой вывод сегодня, что я начну сеять. Я уже посеяла тайдал, петунья тайдал. Правда, петунья тайдал я сею в первый раз. Это вот такие семена. Из 5 в одном зашло 3 штучки и в другом тоже 3 штучки. Ну, в общем, из 10 6 штук зашло. Думаю, неплохо. Надеюсь, сохранят. Ну и планирую их еще черенковать. Сейчас покажу, как они выглядят. Нет, немножко я вас обманула. Здесь зашло 4 штучки. Они были посеяны 27 января. А эти 13 января. Вот так они две выглядят. Одна совсем маленькая, она очень поздно взошла. И вот я их немножко подкормила. Сейчас они у меня в таком состоянии. Вот вчера я их немножко подкормила кальциевой селитрой. И еще у меня взошла виола желтенькая. Из 10 семян, нормально взошла, достаточно много, не все. Тоже надо уже рассадить. Ну и что планирую посеять? Как я сказала, по моим наблюдениям, в начале февраля я сею лобелию. Но у меня дома не оказалось лобелии. Надо ее прикупить еще. Ну, что еще? Посею лабулярию. Это алису белый, кариопсис. Это все. Кариопсис многолетник. Это многолетнее, а это однолетнее растение. Агерату, алису и кариопсис. Вот эти семена Сады России я выписывала, планирую посеять сегодня, 10 февраля. Но все эти семена буду сеять по чуть-чуть, по половиночке, то есть в 2 этапа. Разделю семена на 2 части. Что-то посею сегодня, а что-то недели через 2.